Сегодня мы с вами будем есть чеснок, но не просто есть, а по особому рецепту. Будем очищать нашу кровь и улучшать иммунитет. Для этого берем дольку чеснока, мелко нарезаем. И главное условие, необходимо оставить вот эти мелкие кусочки постоять 15 минут. Чтобы он слегка подсох. Наш чеснок полежал 15-20 минут. Затем берем чайную ложку, набираем в нее чеснок и проглатываем это, запивая молоком. Не разжевывая. Принимаем 5-7 дней на ночь. Будьте здоровы, подписывайтесь на наш канал.